гладиатор Нолан. Ты явился без опоздания, это хорошо тебя характеризует. В твоем досье написано, что ты учился у Петера Росбаха. Достойное начало карьеры. Генерал Солберг даст тебе разъяснение по операции. Но сначала проверим твое снаряжение. На фронте ошибка может стоить жизни. Проверим компас. На нем отображаются цели операции. Сейчас я задам тебе цель, и мы посмотрим. Компас работает. Пойдем. Если тебя ранят, придется жить с этим ранением до конца операции. Следи за состоянием доспехов и не забывай их ремонтировать. Я повредил твой доспех. Подойди к терминалу за моей спиной и отремонтируй его. Как все? Шевелись! Скорее! Скорее! Шевелись! Не стой на месте! Проверка окончена. Солдат, похоже, наш разведчик мертв. Отыщи его тело, забери пакет и доставь его в западный лагерь генералу Дудсону. У тебя будет всего одна минута, чтобы его победить. И поверь, она пролетит, как одна секунда. Иди, Нолан, не разочаруй нас. Нолан, торопись! Иди за мной, я открою выход в северной траншеи! На стороне ФЗР? Слава богу! Прикройте! Перезаряжаю! Кидаю!
Солдер приветствует вас! Кто станет лучше? Нолан Дейнор! Или его удачливый соперник? Отступать поздно! Просто драться недостаточно. Нужно заждать победы. Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Солдер приветствует вас! Или его удачливый соперник? Отступать поздно! Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Я слышал шум.
Следую за тобой. Твой доспех. Иди за чем пулю. Я ремонтирую твой доспех. Ну-ка посмотрим. Не справится. Я вызываю авиатор. Прикройте, перезаряжаю. Что, поджил, не трясутся? Я слышу гул. Сейчас начнется бомбардировка. Уничтожен.
приветствует вас! Возвращайся домой! Это не игра! Ты готов к настоящей схватке? Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Нет! Открываю ворота. Прикройте меня. Не дергайся. Я ремонтирую твой доспех. Отлично, теперь моя очередь.
приветствует вас! Кто станет лучше? Нолан Дейнор! Или его удачливый соперник? Отступать поздно! Пусть победит сильнейший. Мы это знаем истину. Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1!
счастливчик Далан-Дэмон? Или его непобедимый соперник? Отступать поздно! Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Они начали массированное наступление. Следуй за мной! Солдер приветствует вас! Кто будет героем сегодняшнего дня? Счастливчик Далан-Дэмон? Или его удачливый соперник? Отступать поздно! Я преподам тебе урок! Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Thank you.
дождались! Они прекратили нам... Великолепно! Запирающий механизм уже неподалеку. Вперед!
потерял. Я его потерял. Я буду ждать здесь. Бэтон Солдер приветствует вас! Или его непобедимый соперник? Отступать поздно! Просто драться недостаточно. Нужно жаждать победы. Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Затруднение. Во время высадки мы потеряли взрыв пакеты. Нам придется украсть взрывчатку у врага.
часа. 5, 3, 1. Thank you.
непобедимый соперник! Отступать поздно! Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Кидаю гранату! Перезаряжаю! Thank you.
Солдер приветствует вас! Или его удачливый соперник! Отступать поздно! Возвращайся домой! Это не игра! Ты готов к настоящей схватке? Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Это те самые танки, которые требуется уничтожить. Удачи! Приветствует вас! Кто станет лучше? Нолан Тейнор! Или его удачливый соперник? Отступать поздно! Гладиаторам приготовиться! 5, 3, 1! Пусть победит сильнейший! Проверим, на что они способны. Мы совершим отвлекающий маневр, чтобы ты смог проникнуть в лагерь. Пройди через руины. Найди способ уничтожить экзоскелеты.
друзья, враг у наших ворот. Ты спятил? Я никуда не пойду, пока ты не перебьешь. Не щадите сил, занять позиции. Они приближаются, черт! Я никуда не пойду, пока ты не перебьешь. Иду! Ты спятил? Я никуда не пойду, пока ты не перебьешь. Thank you.
Макс Болдин? Браво, Нолан! Красивейший поединок! Что ты здесь делаешь? Нолан! Нолан, брось! Только что, какой-то час назад, я говорил с Винсентом. Говорил о тебе, Нолан. Он считал, что ты провалишь операцию. Но что я вижу? Горы трупов, ни одного живого повстанца. И наш дрожащий Хешимин в предсмертных корчах. Не стоит верить всему, что говорит Винсент. Для великого чемпиона ты чересчур наивен. Раньше ты был гораздо умнее. Мерзавец. Впрочем, он не солгал, сказав, что я всегда недолюбливал тебя, Нолан. Допускаю, что из зависти. Да какая теперь разница? Главное, Винсент дал мне разрешение сделать с тобой все, что я захочу. Если ты выйдешь из сегодняшней операции победителем. И одно знание того, что ты все еще жив, доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие.